говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными.